не россиян. Возродим производство, сократим безработицу. Государственная поддержка реальному производству. Настроение у всех боевое, у всех праздничное, радостное. Вы знаете, сегодня уже второй раз за нашу новейшую историю собрались лучшие трудовые коллективы, представители трудовых династий, герои труда, все люди, которые посвятили себя работе и жизни на территории Тверского региона. Все наши руководители, главы муниципальных образований, депутаты, все, кто трудится на Тверской земле. Вы знаете, сегодня очень хороший день, очень хороший, и мы сегодня как раз все отмечаем, что у нас прекрасная погода, у нас прекрасное настроение, и мы всем желаем также хорошего настроения и также хороших позитивных событий. Да, я с огромным удовольствием наблюдаю все процессы, которые сейчас протекают. И с большой радостью вижу, что очень много молодежи, которая демонстрирует уважение к праздникам, праздникам, которые пользуются большой популярностью. Я рассчитываю, что это будет надолго. Хочу всех сердечно поздравить с 1 мая. И, во-первых, я хочу всех поздравить с таким большим праздником. Праздником труда. Именно труда, потому что это праздник действительно трудовой. И я тут тоже причастен к этому делу, потому что, имея 3 ордена трудовой славы, наверное, я какое-то имею отношение к этому празднику. Вспоминаю былые времена, когда собирались предприятия, даже соревнования какие-то были для того, чтобы пройти первым в колонии. Когда третье место занял, это уже не почетное место. И с такими песнями, плясками всегда встречали этот праздник, когда проходили с такой радостью и с такими трудовыми успехами большими. В общем, я всех поздравляю, желаю всем самого лучшего, самого добра.